За звание самой спортивной семьи боролись 8 команд. Родители вместе с детьми проходили все этапы соревнований, так называемые станции, которые располагались по всему парку. Участникам необходимо было продемонстрировать свои знания по культуре, искусству, экологии, спорту, туризму, истории и волонтерству. На каждой станции задания были в разных форматах – викторины, ребусы, физические упражнения и даже лагерный тренинг на сплочение. Вы стоите на плед и должны сложить его два раза, но да, не выходить за пределы пледа. Пополам так... сложить два раза полностью. Давай, только осторожно. Финальным этапом стал художественный конкурс. Каждой команде нужно было изобразить на бумаге флаг своей семьи и презентовать работу, дополнив рассказом об отличительных чертах своих родных. Все виды спорта, которыми занимаются члены нашей семьи, ну и, как я понимаю, нас объединяет любовь и спорт. Моя семья – это радуга. Это все члены нашей семьи. Они все тоже очень хотят участвовать и хотели, но не знали об этом. Когда я записала их, мы пришли, они узнали. По итогам соревнований третье место заняла команда «Неугомон». Серебро досталось семье 2 плюс 3, а победу одержали «Ноги в дороге». Мы действительно все время в дороге, все время в движении. Мы увлекаемся волейболом, футболом, велосипедом. Призерам были вручены брендированные настенные календари от движения первых, а победители получили музыкальную колонку. Наталья Буслаева, Гульнара Балаева, «Видное ТВ».